Фильм. Всем салютую, Арчибальд, великий обзор. И обзор на серьезный драматический фильм о подростках, о школе. Фильм «Все умрут, а я останусь». 2008 год. Страна Россия. Драма. Ну, блядь, сука, живем в России, нет, чтобы снимать хорошие, классные, добрые фильмы. Нет. Мы снимаем опять про драму, про, сука, нищету, про чернуху, про вот все. Фильм «Все умрут, а я останусь». Это ж, блядь, назвать надо было так. Чё курила режиссёрша? Каннский кинофестиваль. Естественно, деноминации. В общем, фильм сложный. Не каждый его будет смотреть. Сложный, но, сука, блядь, правдивый, правда жизни. Вот знала, сучка, на что идет. Знала, блядь, режиссер, что снимает. Трудную, нищенскую, подростковую вот эту вот политику, так сказать. Жизнь никогда не бывает легкой, особенно когда тебе 14 лет. Начало. Но некоторым подросткам приходится иметь дело не только со своими внутренними переживаниями и комплексами, и юношескими максимализмом. Ну, конечно же, в это время, блядь, что? Максимализм. Правильно, но жестокой окружающей действительностью. Три девятиклассницы, Катя, Вика и Жанна, самые обыкновенные девчонки из спального района Москвы. В понедельник они узнают, что в субботу... в школе будет дискотека. Почему не в пятницу? Ну ладно, хер с ним. Диско. Первое в новом учебном году. Всю неделю они проживают, готовясь к новому, главному их в жизни событию. Но Катя нагрубила учительницы, и дискотеку могут отменить. Блядь, опасный сюжет. Всю неделю девчонки пытаются найти общий язык со своими родителями, учителями, одноклассниками и в конечном счете с друг другом. Катя остается дома, а Вика и Жанна решают пойти, ведь они так долго мечтали об этом дне. Неожиданно для всех на дискотеке появляется и Катя. И вот этот вечер, которого они так долго ждали, принесет много неожиданностей. И в каждом из героинь ждет еще один удар судьбы. Тот самый, после которого заканчивается детство и начинается взрослая жизнь. Эх, этих, блядь, школьников начинается уже. Уже, сука. Блядь, после пятого класса уже все пиздос пошел. Поэтому фильм, ну, такой, блядь, реалии жизни на 6 баллов. Ну, подросткам, да. Подросткам можно посмотреть. Школьникам можно посмотреть. И уже... В общем... Это еще подростки, невоспитанные соцсетью. То есть это самый такой начальный только этап, только 2008 год. То есть это еще не особо интернет, блядь. Это только вот начало. В общем, посмотреть можно, в принципе. Но тоже скажу, не для всех, потому что это тягучая, нудливая такая драма, блядь. Которую, я думаю, не каждый даже подросток сможет выдержать. Ну а с тебя лайк, дизлайк и подписка. Это великий обзор. Фильм «Все умрут, и я останусь». Смотреть не обязательно, но возможно. Покидос.